Слушай, ну вообще, с этими мужиками я прям не могу. Недавно летела в самолете, со мной мужик сидел. Ну, конечно, сначала комплименты мне разные делал, шампанским угощал. Потом решил меня уесть. Но видит, что я блондинка. Говорит, давайте с вами сыграем в игру. Я говорю, в какую игру? Он говорит, ну вот, например, я вам задаю вопрос, вы мне на него не отвечаете. Вы даете мне $5. А потом вы задаете мне вопрос. И если я вам на него не отвечаю, я вам даю $500. Я говорю, ну давайте. Поиграем. Какой у вас вопрос? Он говорит, скажите, какое расстояние от Луны до Земли? Слушай, я смотрю на него. Ну, дурак дураком. Буду я таким вопросом все голову забивать. Я молча отдала ему $5. Он говорит, ну теперь ваш вопрос. Я говорю, да, мой вопрос. Скажите, что поднимается в гору на 3 ногах, а спускается на 4? Он думал, аж бордовый весь стал. Достал $500, отдал мне, говорит, ну кто это такой? Я ему молча отдала $5. Значит, дело не в цвете волос, а в голове. И вообще, мужики, запомните, если у женщины в глазах искорки, значит, тараканы в ее голове что-то празднуют.